Так, делишки-ребятишки, с вами снова я, Андрей Железный Человек. И, короче, вот так вот. Ой, а зачем я на клавиатуру-то встал? Вы сейчас спросите, что за клавиатура? Где это вообще? Помните, в предыдущей серии я начал строить башню Старка. Помогать жителям, да. И сейчас, короче, как раз придет вот этот... Вот эти все журналисты и этот житель, который мне продал. Ой, да, все-таки, мне попросили просто помочь, типа, одному богатому жителю. Я такой, ну, не против, а это оказалось мне. И сейчас, короче, придут журналисты, и придет вот этот житель, я ему там должен подписать все. Но, короче, но сам-то я платить ничего не должен, это он будет платить, поскольку это как, типа, как мне подарок. Не, ну, я, в принципе, счастлив, я рад, что такие люди находятся. Вот, он мне сказал припасти бумажечку, я ему должен дать сходить, и он быстренько на ней все распечатает. Ну, давайте сходим к этому жителю. Житель, по-моему, как его там? Житель Валера, точно. Да ёлки. Так, а где у нас житель Валера? А где у нас житель Валера-то живет, а? Это, по-моему, кузнец. Подождите, не, а где житель Валера? Житель Валера! Ой, хай, я тут! Голем, отойди! Житель Валера! Да я тут, вот этот, в черный такой. Это ты, житель Валера. На, вот, бумажечка, на, возьми. Ну, вот она. А, все, спасибо, сейчас распечатаю. Отлично. Пошлите. Он, короче, сейчас должен распечатать там все. А я пока что схожу в мой дом и вообще покажу. Вот, друзья, это все моя хата, так скажем. Вот в этом всем я буду жить. И это еще не все. Я потом еще сделаю выше. И наконец-таки у меня есть новое место посадки. Где я вот так вот приземляюсь. Потом вот так вот спрыгиваю. Лечу. И приземляюсь. Бумс. Вот так вот, короче. Так, ладно. Нужно нормально привести мой костюм в порядок, потому что сейчас придут журналисты, и они, скорее всего, придут ко мне домой. Прямо зайдут у меня отсюда. Блин, а у меня... Ай. Мне не нравится то, что у меня там кровать так лежит, ну вот вы видите, да? Поэтому давайте-ка я ее сейчас передвину. Так. Мне нужно все для этого достать. Так, где кровать? Нет, кровать здесь. Так. Причем придут из другой деревни вообще. Ну, эти люди-то. Так где мне поспать-то? Где я буду спать? Не понимаю. Может быть, на каких-то верхних этажах? Кстати, вот. А вот там у меня всякая вот кухонька, вот тут пикстеп можно... А, кстати, друзья, точно. Давайте-ка включим музычку, чтобы было повеселее. Надеюсь, меня YouTube за это не забанит. Так, а пошлите, короче, наверх тем временем. Нет, я боюсь, что меня забанят, поэтому сделаем вот так вот. Так, ладно, это вот эту кроваточку можно, наверное, положить. Вот, короче, там у меня всякие вот вещи, там где пикстеп можно посмотреть. Тут у меня костюмы. Да, лестница как-то вообще тут ничего не странно лежит. Но, блин, я боюсь, что мне... Ладно, мне ничего не будет. Вот эти вот костюмы, они тут стоят. Так вот пройти не можно. Так, а куда же мне положить вот эту вот кроваточку? Ай. Так, давай, залезай. Вот, в принципе, я могу поспать рядом с моими драгоценностями. Да, тут у меня это склад изумрудов. Поскольку я стал великим железным человеком, у меня теперь много денег, очень прям много. Погнали наверх. Тут вы сейчас обалдеете. Это мой мега-компьютер. Да уж. Два мега-компьютера даже. Так, и вот тут я вот так вот работаю. Кстати, нужно... нет, коврик сюда не лезет. Ну, тогда ладно. Так, ну давайте, погнали тогда вниз. Так, там уже, кажется, приехали журналисты.
пора. Ой, встречать их. Так, пошли. Ой. Да что с этими двери ты будешь делать-то? Есть и журналисты там. Журналисты, елки-палки. Куда вы делись-то? Может, они нас, скорее всего, перед выпуском показывают вообще мой город. Питер, здорово. А, здорово. Мистер Старк. Опять он тут опутился, а? Что ты будешь делать, а? Так, где же эти? Где журналисты-то? Они же уже должны быть здесь с минуты на минуту. Да, этот костюм дает мне сломать бедрок, кстати говоря. Какая у меня все-таки классная башня. Башня Старка. Оба-на! Хей-хей! Это вы железный человек? А вы журналисты, да? Я правильно понял? Да-да-да, мы ведем прямой эфир. Так, здравствуйте. Короче, да, я железный человек. Пожалуйста, снимите масочку. Так, вот, снял. Ого! Так, все, обратно надел. А кто ваш помощник? Человек-паук. А можно ли увидеть его лицо? Не-не-не, это он не разрешает. Это его секрет, кто под маской. А-а-а, так это классно, слушайте. То, что у вас есть супергерои, мы пришли из деревни Мухоморовка. Ага, ну как я вижу, вы тоже уже из болот. Ну да. Ой, дождик пошел. Пошлите ко мне домой, я это проведу вас. Сейчас я вам изумрудиков дам. Ой, не надо, не надо. Да не надо тут это претензии строить. У меня их много, не беспокойтесь. Вот, друзья, приезжайте к железному человеку. Он будет давать изумруды. Вот. Изумруды, 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 изумруды. Вот. Эй, у него есть изумруды. На, ловите изумруды. Так, давайте пройдемте-то домой, а. Да, сейчас скоро буду. Ладно, друзья, пока я их жду. Да уж, двери. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. И это прям обязательно. Спустя какое-то время. Бымс. Бымс. Ну что, здравствуйте, короче. Да-да-да, здравствуйте. А где там тот житель, который договор там мне еще должен принести? Какой договор? Ну, договор в смысле то, что, короче, сейчас помню, то, что это теперь моя башня. Ага, так это ваша башня? Да, башня Старка. А как ваше имя? Андрей. А фамилия Старк, да? Да. А отчество? Андреевич. Ага, Андрей Андреевич, прикольно. Значит, ну что ж, что мы там дальше-то должны говорить? А, слушайте, могли бы вы изумрудиков дать для нашей деревни? Для вашей деревни сколько вам вообще желательно-то? Ну, где-то много стаков, короче, я даже не знаю, сколько там, очень много надо. Вот ваши изумруды всем, вот, берите их. Вот они там сзади. Ладно, короче, что вам еще-то показать? Покажите ваш домик. Короче, идите за мной. Сейчас я вам все покажу. Вот. Не видите изумруды. Пошлите, пройдемте наверх. Да-да-да. Пройдемте. Тут тоже там иди. Ага. Здравствуйте. Тут у меня, короче, этаж с костюмами. А дальше такая секретная комната, куда лучше вам не стоит ходить. Но тут у меня изумруды. Вау, сколько у вас изумрудов, самый богатый этаж. Ага. Да, изначально дом был вот по этот этаж, вот этого этажа не было. Но потом я решил, сделайте-ка еще этажок. А тут у меня этаж с компами. Вау, какие огромные. Ну да, вот так вот. На, возьмите еще изумрудиков. Да, все, короче, возьмите, которые у меня есть, в принципе. А у меня их очень много. И мне для жителей не жалко. Вот так вот, короче. Ладно, давайте пройдемте, короче, в самый низ. Там уже пришел этот с договором, который, скорее всего. Так, достану еще на всякий случай листочек. Погнали за мной все, все-все-все. Дайте спуститься-то. Дайте спускайтесь туда. Да, вот так не спускайтесь. Да-да-да.
Да, спускайтесь. Вниз туда. Дайте залезть просто сперва. А, не получается. Давайте попробую я спуститься. А где второй, подождите, житель? А, он тут. Ой, какие у вас виды красивые. Да я знаю. А мы, кажется, застряли. Поэтому тут лучше сделать вот так. И вот то образом. Раз, два, три. Три. Все. Все, все за мной, жители. А. Ну, не, слушай, у него какой классный домик. Я тут. Спускайтесь. Ага. Мы так хотим посмотреться. Вот, так вот репортаж нас ведет. Какие-то не слушайте подозрительные такие остались на этом этаже. Вот, тут он, короче, у него компьютер. Что вы скажете? Не, у него обалденные виды. А что вы скажете? Да, короче, приезжайте в деревню, что я могу сказать. Будет, у вас будет много изумрудов. Очень много изумрудов. Ого. Вот этого я вообще не ожидал сейчас. Очень, очень много изумрудов. Прям вот столько и больше. Ладно, давайте спустимся. Молодые люди. Там уже пришли подписывать договор. Так, друзья, скидываюсь вниз. Так вот, оба-на. Ой, тут изумрудов. А, договор-то. Так. Пишите к этому договор, подпишем. Так, они там до сих пор, да? А, я что, через картину ничего не видно. Ладно, друзья. Пошлите, короче, к этим жителям, да, елки, сколько у меня тут изумрудов-то раскидала. Фуф, так, ладно, где? Опять в паутине. Где тут подписывающий договор-то наш? Нужно найти, здесь подписал его, потому что иначе это будет плохо. Я все-таки великий Старк. Вот договор. Все, спасибо, вот он мне дал, короче, договор. Вот, как и договаривались, это где? Как договаривались, давай, три изумруда. Давай. Ага. Давай, давай. На, три изумруда. Может, я купить что-то могу. Вот. Вот, все, три изумруда тебе дал. Ну, не три, точнее, ну, ладно. Да ничего, у нас договор классный все равно. Ну все, теперь это реально моя личная огромная башня. Друзья, в ней я столько могу всего там сделать, ой. Жесть, она такая огромная, такая классная. Что, у меня пикстеп закончился? Так, друзья, нужно снова включить пикстеп, потому что без него никак. Так, погнали наверх. Так, так. Где там те жители-то? Они что, до сих пор там смотрят мои компы? Я, конечно, все понимаю, но они крутые, да? Ну, елки. Огромная башня. Что, тут разговаривать? Да. Решаем, что дальше в репортаже делать. А. Ага, вот мои изумруды. Так, у меня слишком много уже. Так вот. Так вот. И так вот. Ладно. Ладно, друзья, на этом я буду заканчивать наш ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И всем пока! Так, а я буду с этими репортажерами обращаться. Ну, корреспондентами, так, все, давайте. Ну, да. До свидосик. Так, ну, что вы там говорите? Ага.